Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Outlast 2. Ну что ж, у нас в прошлой серии с вами был такой спуск по воде на плоту. Опять мы оказались в школе. Ну, в принципе, мы уже приплыли к шахте. Сейчас, пока тут походим в этой школе, скорее всего, где-нибудь потом и выберемся. Уже где-нибудь внутрях. Ё-моё. Дай снять хоть материал, блин. Потом будешь стучаться. Ничего нет абсолютно. Жесть. Закройся, там. Боже, крови. Ну это у него точно глюки какие-то, видения, блин. Бляха, ты муха! Кто идет? Ты че орешь? Ты где? Отлично, я нашел выход. Закрыто. Заперто. Понятно. Куда что бежать? Понятно, заблокировано. Куда что? Обратно? Блин. Боже ты мой. Закрыто. Ага. Прям зазывает. Иди сюда. Иди сюда. Ну пошли. Есть батареечка хотя бы. Но. И чё, я сюда только за батарейкой шел и все? Вроде все компьютеры, они выключены. Может быть, тот класс открылся? Нет, блокируется. Тоже заблокировано. Ладно, возвращаемся. Сюда я пришел. Что это за призрак такой непонятный, блин? В школе. Закрыто. Ох ты, блин! Чё, где? Тут в крови ж я запутался, блин! Закрой дверь!
Теперь весь в крови, блин. А, не перекрываешь? Блин, его ты перекроешь. Пожарную систему. Не, по-моему, я вот уже, да, я уже не в школе. Я уже где-то в шахте. Да. Я уже... Фу, блин, кровавые лужи, кровавый дождь. Дождь-то как может быть кровавым? Да ё-моё, да что ж ты, блин, там? Raining blood. Льющаяся кровь. Думаю, она стекала с ее туфельки. Нет, просто я пытался не вступить в эту кровь, потому что не хотел потерять следы. Какие следы? То, что кровавый, почему? Куда все делись? Еретики эти. Чё? Кто это сказал? Блин, это тупик будет. Я сейчас сам себе в ловушку загоню. Кто что сказал? Очень страшно. О, здрасте! Меня закрыли. Подожди, тут ничего нет? Мало ли. Ничего нет, ну пошли. По-моему, у юридиков еще хуже. Фу, жесть. Кто-то что-то какую-то фигню базарит. Не на понятном мне языке. Кто-то ходит, бродит, что ли? И бинтика нету. Кто где? Что это было?
Кому надо идти? Кто-то меня преследует. Кто-то меня преследует. Куда идти? Чёртовы шахты. Давай. Щеколда есть? Блин, щеколды нету. В какую степь? Фак! Кого вернуть? The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Кошмар. Короче, она сюда приперлась, да? Это с киркой, блин. Марта. Куда убираться-то? Ты куда ушел? Подожди, чувак. Куда идти-то? Я вроде отсюда же пришел. Может, мне куда-нибудь забраться надо? Ну, в принципе, как вариант, наверное, вот сюда. Или мне надо возвращаться? Бред. Ну да. Уже закрыто все. Значит, надо найти лазейку. Надо понять, куда что идти. Так, ты сюда не прыгаешь. Сюда не заходишь. А, вот лазейка-то, блин. Сразу не заметишь. Да ладно, опять в школе. Когда успеваешь? Да куда ты залез? Иди сюда. Блин, батарейка уже успеет просто садиться на ура. Вот в какую степь идти? Сюда или туда? Библиотека. В смысле, она закрылась, что ли? Ну вот, а я хотел там посмотреть. Что-то как-то здесь стали в последнее время появляться бинты. Я могу открыть? Отлично. Закрыли. Но там я явно не попадаю, значит, не сюда. Оу! Кто это так играет с креслом? Батареечка? Отлично. Теперь можно поменять, в принципе. Угу. Зачем вот сюда? Уголок. Ничего нету. Да ладно. А куда тогда? Странно. Девки пляшут, а куда туда идти? А, компьютер есть, почитать. Ну, давай посмотрим. Присоединиться к общению. Джессика, ты там? Привет. Работает? Странно. Я вижу, как ты там печатаешь. Обернись. В смысле обернись? Обернулся. Обернулся.
закрыли дверь? А, в смысле, еще один компьютер есть? Я тебя вижу. Что там еще было там на твоем экране? То окно, которое ты закрыла. Ничего, просто фигней страдаю. Я только разбираюсь с этой компьютерной... Чего компьютерной? Штукой. Я могу помочь тебе, если хочешь. Лин тебе поможет, подожди. Общество поддержки надежды молитвы для католиков в унынии или тревоге. По-моему, какой-то происходит бред. Ну, снимай ты его уже быстрее, этот материал-то. Ну, сколько тебе надо времени? Все равно ничего не видно. Ну, что-то я уже упустил. Ну, ладно. Ага. Открыли дверь. Блин, ну я уже здесь был. Ну да. А что ты меня опять сюда приглашаешь? Я тут уже был. Тут батарейку я брал. Тут все выключено. Чё ты меня путаешь, блин? Куда мне идти-то? Опять бассейн, заперто. Это же Джессика. Почему у нее кровавые слезы не тянутся? Куда же идти? Побежали. Нас явно прям сюда приглашают, да? Я пока к тебе не пойду. Подожди меня. Ну, тут все закрыто, блин. Меня туда никуда не пустят. Да. Ну пошли, других-то вариантов все равно нет. Мы тут не одни. Да я знаю, что мы тут не одни. Снова в бассейн идти. Может быть, это все произошло здесь, в бассейне? Может, она тут повесилась? Куда че бежать-то от него? Ой, он прям бежит! В смысле заперто? А куда тогда? Куда я что должен бежать? Тут уже закрыто везде. Беги, беги, беги. Я не знаю, куда бежать. Абсолютно не знаю. Без понятия. Там везде дверь закрыта, блин. А, все понятно. Сразу сказали, блин. Что за беготня, блин. Ну опять что, вернуться мне к бассейну, что ли?
заперто, блин. Чё за бред? Ух! Какого? Как вот я здесь оказался? Я, по-моему, прыгнул с этажа, да? Что это было? Тут, в принципе, можно заныкаться в каждом шкафчике, блин. Блин, фиг поймешь. Ход прямо вот здесь вот где-то. Я могу почитать спокойно? Глава 12. И, наконец, от храма учения Салливана Нота, служителя истины и преданного свидетеля ворота в рай, кто любит нас и смывал с нас грехи нашей собственной кровью. Помни это, ты пал и должен раскаяться, и кровавая работа ждет тебя. Ожесточи сердца свои и руки свои, и наточи свои клинки. И знай, что эти вещи предшествуют приходу Антихриста. Но не бойся тех вещей, от которых ты будешь страдать. Не бойся снов, которые приходят наяву, которыми ты будешь отравлен и измучен, которые будут вытаскивать из темницы память этого твои нераскаянные грехи. И твои пороки, даже в непорочных страхах твоих детских лет, вернутся тебе, и ты будешь истекать кровью и стонать, и ты раскаешься. Грехи прошлого вознесутся до того, как мертвый сможет вознестись в последние дни. У тебя есть небольшая сила, ты отверг все имена и долго жил во времена соблазна. И в воздухе будет столько много саранчи, что ты начнешь задыхаться, и ты будешь уничтожен гнойниками и тошнотой. Твое тело – храм и город для чумы, а твои половые органы будут увядать и гнить, и станут плотью для стервятников. И трупов на воде будет так много, они будут твердыми, как земля, и смерть под ними откроет дверь. И ни один человек не сможет закрыть ее, а ангелы не смогут услышать твой голос. И вырезать нужно кровь лживого бога небес, и кровь его падать будет дождем, ибо все вещи должны умереть, когда бог не найдет совершенства даже в своем совершенстве. Да ладно, закрыто. А как тогда и куда? Странно. А куда ж тогда мне идти? Что, возвращаться, что ли? Окно ты не открываешь. Здесь все закрыто. Подожди. Ну, должно быть логическое же объяснение, куда мне идти. Куда ты не лезешь? Что-то я не понимаю, куда мне идти. Сюда, что ли? Thank you.
Так. Непонятно. Там тупик, смысл-то какой? Чё-то я опять не въезжаю, куда мне идти? Дверь закрыта. А, блин. Пипец, вот такие вот закоулки сразу-то не найдешь. Оу! Это что еще за хрень? Да ладно, ты издеваешься, что ли? Нифига себе. Да как ты мог меня найти-то? Объясни мне, козел. Офигеть, блин. Когда успел? Как нашел? Куда, чё, опять-то? Сюда. Ой-о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 й. Беги-беги-беги-беги-беги. А эти-то еретики-то что и агрессивно такие стали-то? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куда я бегу? Вообще непонятно, блин. Беги куда-нибудь. Фух. Ага. Как будто не может, да, он залезть. Что за бред? Давай, давай, двигай, 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 двигай. Что за фигня? Я уже, по-моему, в школе, да? По-моему, снова в школе. Да, точно. Когда эта школа закончится уже, а? Мне уже надоело, блин. У, жесть. Фух. Школа, школа. Годы чудесные. Вон она висит. Да тут их дофига висит. Ну это опять глюки, блин. Смысл мне вот ходьбы по этим туалетам, а? Тут, может, какие-нибудь батареечки когда-нибудь будут, а? Не, главное, как он меня смог найти в этом шкафу, блин, непонятно. Он же вроде как бы пока там переползал, я успел-то от него убежать-то. Чё за бред?
Оба, на батареечка, отлично. Чё-чё? Крест упал. Сейчас опять бежать придется. Еще батарейка. Он там ходит, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, камера, камера, не дрожи. Телек. Хорош. Блин, прямо ослепляет, я не могу понять. А, так я здесь не прошел бы по-любому. Какой вот смысл мне тут ходить? Тут уже крови. А что у меня с бинтиками? Да подожди, выберемся. Что у меня с батарейками? О, батареечек-то маловат становится. Ну все-таки что-то должно быть находиться в туалете. Вот бинтик уже есть. А вот батареечку бы найти, это было бы да. Осталось две батарейки, это очень мало. Это очень-очень... Какого? Какого? Не-не-не-не-не-не-не! Хорошо, что я не обернулся, блин. Спасибо. Решил попугать. Библиотеку опять выход. Да закрой ты, ну. Блин, мне надо батарейку. Вообще темень сплошная. Но там смысла тоже нет лазить. Угу. А ты сможешь перепрыгнуть? Нет, значит бегать не придется. Хотя не знаю, вот придется бежать-то, блин. Отлично. Ну и куда? Тут везде тупик. Блокируется. Ага. Нет, отсюда я вылез. Как-то вылазил я отсюда, это я помню.
не сюда. Ну, перезаряжай давай. Это сплошные лабиринты из этих, блин, стеллажей. Фу, блин. Не-не-не-не-не-не, чувак, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, это тупик. Это везде тупик. Тоже тупик. Может, он ушел? Бляха ты муха, ну где тут проход-то был? Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, тупик. Я запутался. И тут тупик, это какой-то лабиринт. Тихо, тихо. Успокойся. Ну здесь же был проход. Бинт? He's coming! Эп, ты чё ты так пугаешь-то? He's coming, блин. Иди-то куда, he's coming? Ножницы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты, блин! Джессика, спаси меня! Джессика, спаси! Плиз, уйд! А кто меня-то спасет? Ух ты! Где я вообще? Фух. Так, ладно. Тележка, получается, нам для чего-то нужна будет, да? Да. Фух, ладно. Разбираться будем тогда уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.